как быть королевой? Конечно же, выбрать самое правильное платье. Сегодня я сделала свой выбор в пользу волшебной ночи. Обращаю ваше внимание, то самое маленькое черное платье, о котором когда-то говорила Коко Шанель. Я скажу больше, именно это черное платье делает меня меньше. Обращаю ваше внимание, что у этого платья есть масса секретов. Оно не только мерцает и блестит, оно еще, дорогие друзья, моделирует мою фигуру и вашу тоже. Если для вас, дорогие друзья, важно, как вы выглядите, и при этом вы цените свой стройный силуэт и элегантность, я рекомендую сегодня вам волшебную ночь. Чтобы в волшебную новогоднюю ночь стать по-настоящему королевой бала. И это новинка, у нас ограниченная партия была заказана этих платьев, поэтому сейчас каждая минута вашего заказа просто на вес золота. Посмотрите, как можно выглядеть, при этом не тратиться. Свет, вот правильно говорят, чтобы быть женщиной на миллион, миллионы тратить не нужно. Я согласна с тобой. При этом, дорогие друзья, здесь речь идет о качественной ткани. Посмотрите на эти блестки. То, что касается нового наступающего года, всегда говорят, как встретишь этот год, так его и проведешь. Поэтому я рекомендую вам, мои дорогие, как ваш персональный стилист, обратить внимание на ваше новогоднее платье, на ваш наряд. И обращаю ваше внимание, дорогие модницы, что наступающий год огненной обезьяны — это не значит выбирать только оттенки красного или желтого. Нет, мои дорогие, все блестящие моменты, дорогие друзья, это ваш выбор и выбор нашей обезьянки. Я, Ариша, иду к тебе для того, чтобы рассказать нашим модницам о всех секретах нашей ткани. Но главный секрет, который меня больше всего волнует, это, конечно, блеск. Посмотрите, сколько мерцаний. По-настоящему даже хочется сказать, не только волшебная, но и звездная ночь. Да, я хочу сказать, что здесь каждая модница найдет свое созвездие. Обращаю ваше внимание, что это ваше любимое трикотажно-вискозное полотно. Вы только посмотрите, это же фантастика какая-то. На самом деле, здесь мы видим горох, но горох здесь у нас с вами блестит за счет пайеток. Специальная термообработка позволила нанести на трикотажно-вискозное полотно эти пайетки, с которыми, кстати, давай проведем эксперимент, что с ними случится после стирки. Давай проверим. Я предлагаю тебе взять эту ткань, вот по три. Обычно я провожу эксперименты, сейчас Ариша будет проводить эксперимент. Что обычно бывает, когда мы садимся, когда мы где-то ходим, мы начинаем протирать какие-то вещи, а что у нас происходит с нашей тканью? Ну, посмотрите, ни одна звездочка не покинула наше волшебное небо. Обращаем ваше внимание, дорогие друзья, что это высококачественные технологии и ткань, которая еще и тянется. Посмотрите на размеры. У нас самая широкая размерная линейка. Ведь как часто бывает, платье вам понравилось, а нет нужного размера. У нас от 50 до 64. Подготовьтесь к Новому году уже сейчас с выгодой для своего бюджета. Ведь вечернее платье по цене 2499 рублей. Не откладывайте на потом, чтобы в последний день бегать по магазинам, найти не только наряд, но и подарки для своих родных и близких. Сделайте заказ сейчас и будьте уверены, что придет он до Нового года. Арина, я хочу сразу обратить внимание еще раз, дорогие друзья, что наше платье с потрясающей тканью, а еще и стройнит силуэт. Наша Лали носит 54 размер и выбирает сегодня для себя размер 52. На размер меньше, дорогие модницы, чтобы продемонстрировать вам свой стройный силуэт. Я, кстати, выбираю свой размер 50. Обращаю ваше внимание на все тонкости и детали. Во-первых, V-образный силуэт. Именно эта деталь будет подчеркивать все ваши женственные линии. Давайте посмотрим на зону проймы и на рукав. Это цельнокройный рукав. Линия плеча не прерывается, а плавно переходит в зону рукава и закрывает те места, обычно которые женщины хотят закрыть. Давайте посмотрим здесь еще на наличие манжеты. Ну а самое главное, это, конечно же, зона завышенной талии. Это тот секрет, который отвечает за вашу стройность. Значит, сейчас, делая покупку дистанционно, вы можете быть уверены, что, выбрав свой размер, это платье без примерки сядет именно по вашей фигуре. И потом, в новогоднюю ночь, вы будете королевой, вы будете сверкать, мерцать. Представьте, как вы уже кружитесь в танце, но при этом платье полностью повторяет именно вашу фигуру. Свет, но и эластичность, это тоже очень удобно, потому что новогодний стол, застолье, праздник, и бывает, что платье иногда сковывает. Здесь у нас я согласна с тобой. Во-первых, я хочу сказать, посмотрите, как выполнена юбка.
От высокой талии мы видим расклешенную к низу юбку, которая скрывает, например, мои широкие бедра. Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, еще раз на V-образный вырез горловины. Как плавно переходит линия плеча. У меня, кстати, широкие плечи, чем я иногда страдаю. Но именно это платье подчеркивает мою хрупкость и делает меня меньше. Обращаю ваше внимание, если вы хотите подобрать для себя платье, которое скорректирует, смоделирует вашу фигуру, платье, с которым вы не расстанетесь круглый год, я рекомендую вам «Волшебную ночь». Во-первых, Ариша, посмотри, это и нарядное платье, а во-вторых, вы можете носить его даже на работу и быть при этом настоящей волшебницей. И действительно, платье – это как раз как огранка для бриллиантов. Подберите свою и будьте королевой новогодней ночи.